Всем привет, Blender 2.81, и вот все-таки решил я переделать персонажа Армия Мэн. Мне эта игра очень нравится. Вот так вот теперь он выглядит, вот такая у него мускулатура и вот такие у него шмотки. Так, давайте посмотрим, что тут можно отключить. Так, план оставим, Empty пока можно отключить, вот такой вот персонаж. Вот с такой анимацией. Хотелось бы в этом ролике рассмотреть именно, как можно сделать одежду по принципу вот именно как узор делался в предыдущих роликах. Давайте рассмотрим. Итак, вот такой вот персонаж. Переделал я ему полностью тело. Вот так что-то тут поднабросал. Штаны делал именно тоже в ZBrush. Персонажа тоже в ZBrush делал. Ну, кисти рук готовые подставлял, как в прошлых роликах. Голова делалась в скульпторе с Альфа 6. Кто смотрит канал, ее уже, наверное, в принципе, узнал. Ну, давайте сделаем китель вот этому персонажу. Так, план можно отключить. Единица на нампаде. N-панель. Скринкаст кей. Меня спрашивали за вот этот аддон. Кому нужен, могу переслать в контактах или почтой. Ну и погнали. Добавляем Shift A, добавляем Mesh, добавляем куб. Единица на нампаде. Теперь заходим именно в режим редактирования, табуляция, нажимаем. Так, Alt-M, Alt-Center, Move. И поднимаем вот эту вот точку повыше. Так, теперь точка есть. Она вот именно вошла в персонажа. Табуляция. Выберем персонажа. Тройка на нампаде. С помощью мов чуть-чуть его давайте отодвинем, чтобы точку вот эту было видно. Ну, где-то вот так. Теперь единица на нампаде. И можно вот это все дело моделировать. Зайдем теперь на вот эту вершину и табуляция. Мов можно отключить, на Select Box переключиться. Ну и Е, погнали. Так, это вот так вот будет. Это здесь будет где-то вот так. Доводим до шеи. Вот таким вот образом крутим, вертим персонажа. Е вот сюда. Е сюда. И Е где-то вот до этой части. Теперь можно выбрать эти вершины. Конечно, есть неудобство. G. Чуть-чуть к телу их приставить. Близко не надо. Потом будет все это дело регулироваться. Ну и вот получаем вот такую вот заготовку. Опять же E. И вот где-то до позвонка дотягиваем, близко пока не надо, потом опять это все будет корректироваться. Ну и в принципе все. Дальше уже начинаем от этого плясать. Английское А. Вот эти дальние, где шея, пока через Shift можно отключить одну вершину, она нам не понадобится пока. И жмем E. Вот таким вот образом вытягиваем E. Опять же, вот так вот вытягиваем. Получается что-то вот в таком духе. Теперь можно G тут немножко все подкорректировать, поперетянуть. Вот таким вот образом. Где-то приподнять повыше. Если вам точки какие-то, вершины не видны, то нужно отключить персонажа. Выбрать эти точки и поднять просто пока повыше.
персонаж опять можно включить, и вот точки уже видны. Теперь можем ребрами идти, нажимаем на ребра и погнали. Е. Вот так вот Е. Ну это если нужно делать с рукавами шмотку. Ну где-то вот таким вот образом вытягиваем. Теперь выбираем вершины. И уже можно вершинами тут доделывать. Вершину одну вытягиваем. Откорректируем приблизительно. Допустим, Ctrl-Z, G английская. Ну, где-то вот так. Можно еще поближе ее сделать. Теперь сюда дотянуть. E дотянуть сюда. И вот так вот потихоньку это все дело продолжаем моделить. Так, Shift, 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 Shift. Ну и эту Shift. F английская по прошлому ролику. Теперь выбираем эту вершину через Shift. Вот эти вершины. И жмем F. То, что вот полигон вошел в тело, не переживайте. Потом все это дело именно вот этими лупами можно будет разбить и уже повытягивать так, как нам надо. Ну, где-то побольше, где-то поменьше ставить. Если где-то вот закрылся полигон вот таким вот образом, то по прошлому ролику не забывайте К английская. Выбираем вершину, вторую вершину и Enter. Также и с этими можно сделать К, вершина. Ну, где-то вот так, вот так. Вот так и вот так вот. Enter. Порезать. Ну а теперь можно эти вершины уже вытягивать. Опять же персонажа отключить. Где-то G. Вот так все побольше поставить. А потом будем к телу подводить. Вот тут еще можно добавить лупов. Вот так вот. Опять включаем персонажа, смотрим что да как. Вот эта вершина G, вот эту вершину можно приподнять. И вот где бицепс, можно это все дело подкорректировать. Ну вот что-то в таком духе будет получаться. Ну и продолжаем все это дело потихоньку. Вот, вот эти вершины уже нужно припускать будет. Вот таким вот образом. Эту вершину тоже пониже. И вот так вот к телу поближе подводим. Так, вот эту вершину вот сюда. И потихоньку их распределяем. Ну, вот такое что-то будет у вас получаться. Опять же, выбираем вот эту вершину. Можно сразу вершины повытаскивать. Повыбирать вершины. И нажать Е. И вот сюда куда-нибудь подвести. Теперь G. Подтянуть. Смотрим, как легла. Опять же Е. Опять же G. Вот таким вот образом.
Ну и какие-то вершины уже здесь по позвонку можно подправить. Ну и какие-то вас закрывать английское F. Выбираем опять же вершины. Можно добавить здесь именно луп, а потом вот эти вот связывать уже, чтобы более-менее все нормально было. Вот так вот луп. И вот так вот луп добавляем. Ну и тут тоже лупов поднакидать, чтобы можно было потом это все дело вытягивать. Чем больше вот этих вот лупов, тем более можно корректировать по телу. Вот теперь вершину вот эту выбираем, вот эту, перешифт вот эту, и закрываем английское F. Вот так лег здесь вот этот полигон. Сбросим теперь выделение и добавим сюда именно опять же лупов. Вот так вот. Вот так вот. Теперь выбираем. Так, вот здесь вот подмышка будет. Это значит G выбираем. И можно ее вот так вот усаживать. Ну, где-то вот так, в таком вот духе. Ну, опять же, можно их тут подводить, корректировать, регулировать. Где-то что-то поправлять, где-то приподнимать что-то. И вот здесь вот теперь нужно все это дело подзакрыть. Чтобы это все дело закрыть, то вот G. Тут где-то еще можно уводить, притягивать, потом уже... В скульптинге можно все это дело более четко подкорректировать. Ну и вот этот давайте разобьем. Вот так вот. Вот так. И побольше их добавлять. Не стесняться. Так. Вот такая штукенция. Нужно теперь вот эти позакрывать. Верхние. Сначала выделим вот эти вот вершины. Смотрите, не цепляйте, внимательно просматривайте. Если вы зацепите какую-то вершину, потом придется возвращаться именно назад. Ну и вот так вот подальше ее отвести, чтобы пока видеть можно было. Теперь опять Armia Man включаем. И вот уже от этих вершин, вот от этих, можно плясать. Можно сначала вот эти вот подкорректировать подмышками, которые, вот допустим, вот так вот G. И вот вытягиваем теперь опять E. Можно одной вершиной все это дело пройтись. Где-то вот так вот сбоку поставить, чтобы ее видно было. Опять же E, E, E. Вот таким вот образом. И вот эти вершины... Уже можно соединить вот эту вершину, вот эту и вот эту английское F. Смотрим, чтобы все было нормально. Английское F. Также можно ее вот выбирать, вершину, и где-то, ну, допустим, вот так вот подтягивать. Какую-то вершину можно чуть-чуть переместить. Ну, вот к этой, допустим, эту чуть-чуть сюда увести. Опять же, G. Выбираем вот эту вершину, выбираем вот эту и вот эту. И закрываем полигон. Также производим с этим делом то же самое. И вот уже здесь можно вершины потихоньку вытягивать, подправлять их, где-то дорезать G повыше,
Вот сюда эту вершину можно чуть отвести сюда. И вот эти вершины тоже подправить. Ну и потихоньку, нудно, конечно, но прикольно. Так, вот это вот тоже делаем Е. Раз, два, три и четыре. Ну, более-менее, чтобы вот эти вот вершины создавали более-менее правильный полигон. Использовать также можно клавишу C. Выбираем вот эти вот полигоны. Теперь Escape. И можно их экстрадировать. E нажать. Смотрим опять же. Видите, зацепились с другой стороны. Такого вот не надо делать. Если что-то выделилось, то опять C нажимаем и уже колесиком счищаем Escape. И вот теперь можно повторить это дело. Так, сначала G приблизим к телу и E. Вот так вот. И вот так вот. Армиамент пока уберем. Внутри смотрим, вроде ничего не зацепили. Сейчас все это дело посмотрим. G. Вот единственная одна вершина, ее можно удалить. Вертекс. Разбить теперь вот эти вот вершины можно чуть-чуть подкорректировать. Опять же смотрим, куда тут мы пришли. Вот эту вершину G поправляем сюда, а эту вершину можно аж вот сюда утянуть. Вот эту вершину с этой, с этой и с этой соединяем. А эти вот так вот. Так, смотрим, что да как. Корректируем, теперь поправляем. Так, что еще тут есть? Вот эти можно подальше все на плечо увести. Более-менее раскидать по-человечески. Так. Ну, а тут уже смотрим по обстановке. Выделяем Shift Alt. Вот такая штука выделилась, нам это не надо. Выделяем. Вот эти вот вершины, вот эту, вот эту. Так, вот эту вот последнюю не надо, там так закроется. Ну и потихоньку вот таким вот способом Е и можно обойти руку. Включаем Army Man.
Также, если что-то вот в таком духе здесь вот у вас получится, как у меня, где-то что-то можно убрать, где-то что-то можно схлопнуть. Это не проблема. Сетку потом можно переделать в ритопологии или еще как-нибудь. Вариантов много. Можно авторитопом сделать. Так, здесь вот так вот. Ну и давайте посмотрим, что в принципе получается. Вот получился вот такой пинджак. Теперь нужно его отзеркалить. Единица на нампаде. Вы видите, что вот эти части, они неровные, вот по линии. Это нужно исправить. Вот можно таким духом. Какие-то части можно поудалять, допустим, вот задние, передние еще более-менее. Вот в задних, если вы не нуждаетесь, вот в этой вот полосе, допустим, вот ее можно удалить. Жмете Delete и вертексы. Где-то что-то захватили, не беда. Сейчас все это дело доделается. Жмем теперь Modify Topology Mirror. Вот таким вот образом. Заходим в Object. Так. Вот эту часть нужно дальше чуть-чуть отвести. Вот эту. Теперь заходим в Object Mode. Применяем вот эту вот зеркалку. И заходим опять табуляция. И вот теперь их можно тут посоединять. Выбираем Shift. Shift, Shift. И жмем F. Можно также их схлопывать. Схлопывать это вот, повторяю, выбираете одну вершину, вторую, правая кнопка мыши и Merge Vertical от центра. Соединить в центре. Так, ну здесь вот больше закрывать не надо, здесь уже будет воротник. Что тут еще у нас есть? Ну вот это все тоже можно позакрывать, а потом порезать. F. Можно все выбрать вот таким вот образом. Ну а теперь все это можно разрезать. Берем К, выбираем вот эту вот вершину. К
Enter. Опять K, английская вершина. Enter. Ну и боковухи можно порезать. Вот так вот. А вот эти можно или так оставить, или схлопнуть, или подтянуть. Так, вот выбираем так и чуть-чуть G выравниваем. Так, ну и эти тоже можно закрывать. Или можно схлопывать. Давайте их схлопнем. Так, вот опять же схлопывание, не ту выбрал вершину. Может получиться казус. Вот теперь она схлопнулась. Выбираем эту вершину, эту правой кнопкой мыши. От центра. Так, табуляция. Конечно, без косяков не вышло, но это все само собой поправится уже.
Вот такой вот петель. Ну, теперь можно дать, после корректировки, дать этому делу всему, значит, шейдер смут сгладить. Ну, добавить, может, подразделение, может, еще толщину солидифи добавить. Вот так вот. Ну, вот словом, такая вот штукенция. Радиус, если поменьше, то можно где-то что-то добавлять, где-то что-то пролепить. Так, смотрим, что тут кисточка. Вот можно где-то поднакидать, толщины дать. Где-то выгладить можно. Где-то еще толщины поддать. Ну, а теперь добавляем карманы, ремень, где-то подтягиваем, смотрим, чтобы не было вот этих вот казусов тоже, чтобы костюмчик сидел, словом. И будет все нормально. Ну, вот такая штукенция. Все, всем пока, до свидания.